памятник в городе Гусар, посвященный воинам, которые доблестно сражались из города Гусар, и Губа, которая находится рядом с Гусаром тоже, в 1918 году против армянских националистов из Дашнак-Цюцюн. Вот, и совершали геноцид местного азербайджанского народа. Вот, и лезгины очень хорошо помнят, как все это происходило, и не забыли ни о чем. И ни о каком братстве между лезгинами и армянами и речи не может идти. Вот так вот.